Всем привет, с вами Миха, мы на канале Жиру Капец. 6:30 утра, а я уже на прогулочке. Смотрите, мы вчера собирались на море, на рыбалку с женой, но, к сожалению, море нас подвело. Началась вот эта зеленая тина, водоросли, там уже на пляжах чистят, тоннами вывозят ее. Прямо все море покрылось такой вот зеленой, мелкой такой, как ряска. Короче, это такая зеленая бактерия, которая загрязняет эту воду из-за того, что жара, вот это идет цветение. Поэтому, ну, на рыбалку мы не поехали. Жена спит с ребенком. Ну, я, как видите, встал и пошел себе на прогулку. Ребят, ну, блин, ну неужели тяжело встать утром и пойти на прогулку? Вы понимаете, вы себя мучаете какими-то голоданиями, какими-то недоеданиями. Организм недополучает микроэлементов, недополучает витаминов. Ради чего? Ради того, чтобы вы потом на своей диете через 2 недели сорвались и опять начали обжираться. Ну, не знаю, ребят, включайте мозг. Хватит уже вот этого. Фигня заниматься. Сейчас прошел людей на остановке, а то они все как зачарованные смотрят, как будто я их снимаю. Что, не видят, что камера в другую сторону? Ну, знаете, я когда начинал, еще тогда, я помню, всегда уходил туда, где нет людей, стоял, там, кто-то пройдет мимо, блин, испортили мне кадр и так далее. А сейчас, видите, по барабану иду прям по центральной улице и здороваюсь с вами рано утречком. Ребята, ну, знаете, я уже вот столько видео наснимал, но только самый ленивый не хочет походить. Кто не хочет похудеть, тот и не похудеет, ребят. Сколько можно уже обговаривать это? Вот мог бы лежать дома, мог бы, но я не лежу дома. Я встал и пошел. Ничего не делайте. Не говорю вам бежать, прыгать на скакалку. Еще как-то. Просто прогулка. 40 минут. 40, если вы начинаете там. А если вы уже, ну, такой как я, то часовая прогулка. Я, уходя, спросил: Алла, хлеб нужен? Нужен. Все, вот это я сейчас пошел за хлебом. Приду через час. Они еще дрыхнут с Максом. А я приду и принесу хлеб. Хлебный магазин у меня вот справа там от дома моего, ну, 5 минут как бы мне до магазина. Но я приду через час, потому что, смотрите, я пошел туда, я живу вот там, а пошел я туда за хлебом. А потом по кругу пойду в другую сторону. А потом еще зайду в спортгородок, как обычно. Хотя не зайду. Вот не лежит, если душа. Я просто, когда был у брата в гостях, там немного поработал, все что-то болит. А может, зайду. Вот вы понимаете, тут такой как спортивный интерес. Вот сейчас мне все болит. Не хочу, но сейчас, когда я прогуляюсь, кровь заработает. Знаете, вполне возможно, я по инерции зайду в спортгородок. Оно уже, знаете, как не хватает, когда вот у меня были эти дни выходные, я поехал в гости, как бы там негде было ходить. Что? Ну, почему негде? Я брал Максима, и мы с утра ходили на лиман. Тоже туда, там, 2 километра туда, 2 обратно. Плюс покупались, понимаете? Вот вам и энергосжигание. Везде есть возможность. На кладбище пошел к родителям, там, пешком, туда, сюда. Ну, везде можно найти время и желание. Только желание ваше, а время уж точно можно найти. Я вам уже объяснял это. Если вы рассказываете мне, что у вас работа, вам некогда час времени для себя любимое уделить, то мне это вообще не интересно. Просто как сейчас модно говорить, выключите мой канал и сидите, ждите волшебную таблетку, которой нет. Если бы она была,
то она бы работала. А так ее нету. Все, что там вам пытаются продать незаконно и очень опасно для здоровья. Все эти чаи похудательные, все эти какие-то непонятные лекарственные БАДы, препараты. Просто говорю, даже не покупайте. Не покупайте. Вы для того, чтобы похудеть, вам не надо чиа, вам не надо ягоды годжи. Вот не надо, я же их не жру. Купите себе горох и кушайте горох. Перловки, гречки, мяско побольше. Не любите мяско, яички кушайте. Ну, там где белок, но белок нужен, необходим нам для того, чтобы худеть, потому что он идет на строительство мышц, которые потом жир сжигают. Ну и прогулочки вот такие. Вот сейчас, блин, самый класс. Гулять идешь так хорошо, свежо, не жарко. Потому что вы, если проспали до 8-9, потом встали, позавтракали, все, я вам говорю, вы уже никуда не пойдете, потому что жара начинает и так далее. Вот поэтому я встал еще и поперся, похожу себе часик, куплю хлеб, приду домой, потом позавтракаю. Ну, уже у меня уже будет 5000 шагов, понимаете? С утра я уже делаю. Не надо рвать и вот это напрягать ноги, потому что у кого лишний вес, это я много хожу, потому что у меня натренировано. А вам этого делать не надо. Просто выйдите 3 раза по чуть-чуть. Не надо так, знаете, взял и пошел 2 часа. Шел, а потом лежишь неделю, проклинаешь, блин, это у них, и говоришь, нафиг я вот повелся, блин, и пошел в поход. Да я могу себе позволить пойти пешком на Живахову гору, на Куяльник, потому что у меня натренированные ноги. Ну, у меня же они тоже были натренированы. И вы тоже натренируете, если вы будете ходить по чуть-чуть, каждый день. Это не сложно. Знаете, вот мне пишите всегда, спасибо, Миха, что ты нас мотивируешь, там, поддерживаешь. Это хорошо, что я мотивирую, но этого недостаточно. Если бы я мог бы там с каждым из вас вот это прийти и утром встал, и оделся и пошли со мной, вот это было бы еще лучше. Но я не могу, понимаете, во всех городах вам. Вот я вас пытаюсь поднять, видите, 6:30 я иду с вами разговаривать, чтобы вы, в конце концов, проснулись и поняли, что, блин, ну, жизнь прекрасная. А она очень быстро заканчивается, и с каждым годом мы становимся взрослее, потому что, к сожалению, у меня не 15-летние тут девочки и мальчики. И очень тяжело, очень, чем дальше, тем хуже. Посмотрите докторов умных. Во-первых, кожа у нас уже не так собирается. Если вы будете неправильно худеть, то будут жесткие обвисания, иногда даже до того неприличные, что думаешь, зачем я, блин, худел. Вот сейчас дошел вот сюда, поворачиваюсь, иду в другую сторону, по другой улице. Понимаете, еще вот сейчас получается 20 минут сюда шел, 20 минут обратно, плюс я потом пойду все-таки в спортгородок, немножко там поприседаю, ну такое легенькое что-то сделал, потому что все мышцы болят, как у качка, знаете, так накачал. А, во-первых же еще, я знаю, что я же обычно на море-то не купался, вода там вечно грязная, а в лимане я купался. Чувствую 2 раза, а это включились те мышцы, ну вот шея болит, вот тут чувствую, которые обычно не включаются, когда плаваешь, вот эти махательные, как говорится, поэтому немножко такой себя некомфортно чувствую, но это все мелочи, главное, что мы на процессе похудели. Вот я, смотрите, вчера приехал, у меня было 1,5 кило лишнего веса. Туда-сюда, я сегодня встал, уже 350 грамм нету. И это я еще не вернулся с прогулки. Я вернусь с прогулки, еще схожу в туалет там по-маленькому. И там будет 300-400 грамм просто
до 500 грамм. И я скажу еще, потому что я вчера кушал брынзу, она соленая такая, хорошенькая брынза. Еще вес чуть-чуть у меня задержался. Из-за жиры я пью много минералки, и она тоже солененькая. Поэтому это вес еще у меня чуть-чуть держится. Но он сольется, я вам, блин, я говорю вам. Вот я уже чувствую по себе, что он уже пошел. Это просто водичка задержалась. Сейчас оно 3-4 дня, все. А раньше вы что делали? А, паника, 1,5 кило лишнего жира. Там жира нифига нет. Думайте просто головой. Я вам, что не понимаете, подскажу. Вон там, видите, микрорайон расстраивается. Домиков новых понастроили. Вот, видите, труба. Я еще в начале своего похудения говорил. Видите, там лестница. И вот если каждое утро приходить сюда и вылазить туда и обратно, то очень быстро можно похудеть. Понимаете? Посмотрите, какая красота. Воздух свежий, блин. Выходите и гуляйте, ребят. Блин, ну вот, я просто не понимаю, как может еще быть что-то проще, как просто смотреть, что ложишь в рот, и выходить гулять. Все, все. Никаких секретных знаний, никаких, все это бред сивой кобылы. Вы видели когда-нибудь сивую кобылу? Ой, хорошо, хорошо. Вот просто вот, выйдите из дома, выйдите. Вот я тоже такой, а, тут болит, тут это. Ну вот как ты только выходишь, и уже минут через 10 после ходьбы, как начинаешь идти, у тебя начинается прилив, потому что кровь, которая застоялась в организме, пока вы ровненько спали, в ногах, еще где-то, все. Вот сейчас она забурлила, и идешь прямо так. Ну супер, классно, попробуйте, советую. Только немного, не переусердствуйте, хорошего понемножку. Все, ладно, давайте, включаю я наушник. А вы себе не просто смотрите и думайте. Я же говорю, я же вижу, девочки, как вы у меня ходите с канала на канал, везде пишите, везде участвуете в жизни худеющих блогеров, а сами. Уже все, я сказал, что надо. Или совмещайте. Вот включили, не надо сидеть возле компьютера. Делайте гимнастику, делайте домашнюю работу, а это тоже очень хорошо сжигает жир. Не надо сидеть в диване, там, в кресле, в чем бы там сидите, и смотреть, пялиться на этих ютуберов, которые рассказывают вам, как похудеть. Потому что ютуберы худеют, вы видите? Те, кто, ну, с головой, те худеют. Кто бестолковый, те применяют какую-то фигню непонятную, рискуют своим здоровьем, но они потом отсеиваются. И обратите внимание на то, что худеющих много, а похудевших очень мало. Вот так, как я, чтобы все остановился, уже мне не надо худеть. Просто получаю удовольствие уже от жизни. Остальные все худеют, и не факт, что они до конца дохудеют. Сами видели, сколько таких тысяч худеющих и так и никогда не похудевших. А я вам дело говорю, слушайте меня. Да, я немножко строгий, но по-другому вы не встанете, так и будете сидеть, смотреть ютуберов своих. Вообще запретите ютуб. Закрою канал свой, чтобы вы не смотрели, блин, меня, и у вас время появилось на ходьбу. Вы понимаете, вот когда мне в YouTube пишет человек, что у меня не хватает времени на ходьбу, я прямым текстом могу спрашивать, а написать комментарий мне, у тебя нашлось время? Ты сидел, меня смотрел, потом писал комментарий, а вот пойти погулять у тебя не было времени. Да забей ты, блин, на эти комментарии, забей ты на эту YouTube, повернись и пойди погуляй. А своим любимым подписчицам, как обычно, красивых цветочков.
Сейчас, секунду. Это вот у меня будильник. Я, по идее, вот видите, 7:00 я должен был только встать. Я вчера такой себе говорю жене, раз никуда не надо, на море мы уже решили с вечера, что не пойдем на рыбалку, потому что, ну, рыба же тоже питается этой зеленью, водорослями, этими бактериями. Ну, тоже не самое полезное. Поэтому подождем, когда море очистится, и пойдем на рыбалку. Ну, я думаю, ну, хорошо, раз в 6 не надо вставать, поставим на 7. Но видите, до чего вот уже выработались часы, я уже такой без 10:06 уже проснулся. Ну, думаю, не-не-не, выходной. В 6:15 я уже был одет, потому что, вот знаете, выходной. Выходной, вот так, лениться очень хорошо, но набраться немножко силы воли, чуть-чуть. Главное, вот это стартануть, подняться. Вот. Хотите быть как акула хищная? Вы заметили, акулы не толстые, потому что толстая акула не сможет потом догонять рыбу. Они такие плотные, потому что они хорошо. О, видите? Город поливает нам с утра. Сейчас пойду вот те розы вам подарю. Красивые. Я знаю, где красивые розы. Идемте со мной. Я вам за то, что вы хорошие девочки и худеете. Молодцы, я знаю, у меня вон много девочек, которые похудели, которые уже, ну, более 15 килограмм сбросили, в отличие от тех, которые думают только худеть. Ну, вам я тоже скажу, добивайте врага до конца. Понимаете, вот это самое, когда 15 килограмм сбросил, уже кажется, все, я все умею, я все знаю. Это, наверное, самый тяжелый период. Вот. Вот такие вот вам красивые розочки. Мои дорогие подписчицы, спасибо, что вы меня смотрите. Всегда комментируете. Молодцы. Всех вас люблю и дарю вам вот эти розы. Просто прям взял вот куст и подарил. Понимаете, вот возьмите пример с роз. Посмотрите, какие они стройные, красивые. А почему? Потому что они не лежат на диване. Они вот вышли с утра и вот стоят вот тут. Или они еще не ложились. Вот красивая маленькая. Вот, нежная. Классно. Оно пахнет? Нет, сейчас понюхай. Да, еще и пахнут. Классно. Все, девочки, закругляемся. Это я взял вас на такую утреннюю прогулку со мной. Вы понимали, как уходит этот же? Просто. Вот видите, вот вчера на Куяльник, сегодня вот так по городу. Плюс я пойду на привоз, как обычно, туда-сюда, по магазинам, по всем. В одном то, в другом то. Покупаю в разные магазины. Все это я сделаю сегодня так. И все. И все. А кушаю я, посмотрите, как обычно. Брынза, варенички с вишней. Вот там будет дальше. Увидите. Это теща вместе с женой наделали вареничков с вишней. Вот я сильно хотел. И вот я сейчас, вместо того, чтобы, как другие, прыгать на какую-то разгрузочную диету, я приехал с праздника и продолжаю вкусно и красиво питаться. Но включил режим ушатывания жира. Ходьбой. Жестко ходишь и сжигаешь. Все, ничего не делаешь. Ничего, просто гуляешь. Просто отдыхаю. Не знаю, как вам еще объяснить. Есть, конечно, некоторые люди не любят ходьбу, но это опять же нарабатывается. Ну, не любят. А жрать мы любим все, поэтому надо и ходить. Вот, идешь, а тут вон кондитерские вырубы.
Вот обратите внимание, как все это работает. Вот они кондитерские торты, пироги продают. И тут же, вот она, видите, выше, стоматологическая поликлиника номер 4. Нормально. Одни продают нам, чтобы... Одни нам продают, чтобы у нас зубы попортились, торты, а вторые тут же за наши деньги их лечат. А одни растраты. А просто мы сюда не заходим, смотрите, к ним мы не заходим за тортами, а потом мы к стоматологам не заходим за лечением. Хопа, вы говорите, правильное питание — это дорого. Это дешево, на самом деле. А так торт купи, за зубы заплати, и вы тогда узнаете, что не так-то уж беспорядочное питание и дешево. А выйдет вам только дороже. Все. Думайте, и не просто думайте, а делайте выводы. Люблю вас, целую, всем. Пока-пока. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирука5. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.